Всем привет! Вы находитесь в Академии единоборств русской летной компании в Екатеринбурге. Это лучший спортивный центр по развитию единоборств в России. Лучше нет. Здесь развивается 11 направлений единоборств и 3 смежных. А конкретно сейчас мы находимся на третьем этаже, где классические виды спорта: карате, тэквондо, дзюдо. Но поскольку сейчас здесь никого нет, этот этаж будет вашим. Сегодня ваш главный тренер – это Петр Евгеньевич Ян, 5-й номер. Чемпион. Короче, классный парень. Борис Медведев – это тоже топовый боец. Сейчас он выступает в Лиге ОФС. По слухам, он следующий боец из России, которого подпишут в UFC. И Игорь Шердаков, который пока еще только... Он в начале своей карьеры, они вам в 3 этапа проведут тренировки. У вас на это будет 50 минут. Детишки, всех приветствую. Немножко позанимаемся сегодня, потренируемся. Особо не будем потеть, потому что у вас вещей нет и очень много маленьких детишек. Пару каких-нибудь приемчиков покажем, чтобы быстро бегали, да? Чтобы бегать могли, нет? Да? Какой убегает? Когда убегали, вы что? Давайте построимся все. Построить. Кто желает потренироваться немножко? Может, кто не хочет, может просто посмотреть. Ребят, сбавьте ход, а не бежать быстрее, а выполнять задание. Сбавьте ход. Бежим по большому кругу. Так, а ты что там, ты взял мячики какие-нибудь, нет? Так, мячиков нету, сейчас другая тема будет. Мячиков нету, сейчас серьезная программа будет. Ты свою команду подготовь просто, мы настроены очень сильно. Да, ребят? Побежать будем, да? На одной ноге умеете прыгать? Игорь, где твоя команда? Готов. Боря, где твоя команда? Моя команда номер один. Моя команда номер один. Вот она, здесь. Здесь, Боря, не Ребят, первое упражнение. Все умеют прыгать на одной ноге? Туда прыгаем на левой ноге. Туда прыгаем на левой ноге, мяч в руках. Обратно касаемся стены. Обратно прыгаем на правой ноге. С мячом в руках допрыгиваем, передаем мяч следующему в эстафете. Туда прыгаем на левой ноге. Левая нога, все знают где? На левой ноге. Нормально, нет? Так, товарищи журналисты. Второе упражнение какое будет? Ну, у нас тут мы придумаем, сейчас мы по фазе. Так, ребят, чтобы вас не сбили. Игорь. Просто они сейчас будут до стены бежать, они писаться будут, стены. Давай. Аккуратно. Сбейте, пожалуйста, пирога. Я не себе подсказываю. Так, штрафные моменты будут тот, кто будет вставать на вторую ногу. Смотрите, да, ребят, послушайте, прыгаем, да, если надо, там, уже не можете, там, остановились, поменяли ногу. Ну, в смысле, не остановились на ходу, потому что остановиться не получится, там, скорости будут большие. Ну что, готовы? Да, стоп, как команда называется? Команда твоя как называется? Хищник. Ты чё придумал, а? А ну-ка давай, Игорь. Подождите, Игорь, надо время, чтобы подумать. Игорь, да? Давай, наша команда метеориты. Ау! Умерли, не слышали. Что? Давайте, готовы Давай, все по своим местам, надо выигрывать. Приготовились? На старт!
Внимание! Хорошо, давай! Что? Вот так, хорошо! Давай! Прыгай, не бежай! Прыгай! Ребята! Что-то очень... Давай! Подожди, брат, шнурки завяжи сначала! Кто не может на одной ноге? Давай, с мячом, чтобы он не выпал. Оттуда и обратно. Ты нас вперед? Нет, ну это сложно. Покажи как. Ноги вперед. Можете так играть? Да? Что такое? Можно, да? Все. На старт! Так. Готовы? Нет? Ехали! Давай! Оттуда бежим! Хорошо, давай! Темп! Хорош! Давай! Раз, два, три и назад. Раз, два, три и обратно. Я просто не знаю. Раз, два, три и обратно. Точно так же ножки вместе тянемся. Просто вниз тянемся. Голову опустили, макушкой в пол. Шагаем, какой ногой бьем, такой и шагаем. Назад возвращаемся. Опять стойку. Раз. Хорошо. Нас назад. Молодцы. Давайте еще разочек. Раз. Хорошо. Назад вернулись. Раз. Хорошо. Еще. Раз. И назад поставили. Теперь то же самое, только правой рукой. Теперь мы также шагаем правой ногой и бьем правой рукой. Шагаем. Раз. Нет. Правой рукой же бьем. Ну, правой рукой. Левая также впереди у нас находится, задняя. Раз, пробиваем. Оп, назад вернулись. Молодцы. Раз. Хорошо. Еще. Оп, молодцы. Еще. Раз. Оп. Так, теперь отжали. Немного усложним нашу задачу. Мы научились бить левой рукой, научились бить правой рукой. Теперь мы будем это делать одновременно. Вдруг будем бить комбинацию раз-два. Будем пробивать так же передний, как мы учили, шагом вперед. Раз. И второй догонять. Правой. Шагом. Да. Назад вернулись. Все встали дружно. Так, за всеми слежу. Кто будет плохо делать, будет отжиматься 10 раз. Так. Шагаем. Раз. Два подшаги. Молодцы. Раз. Назад вернулись. Еще. Кто лучше всех сделает? Раз. Два. Хорошо. Получит автограф от Петра Яна. Давайте. Раз. Еще приготовились. Раз. Два. Молодцы. Так. Кто лучше не сделает? Ты хорошо делаешь. Отлично. Молодец. Еще разочек. Раз. Два. Молодцы. Еще жались 10 раз. Давай. Борис, приветствую. Только что прошел мастер-класс с Петром Яном, где вы тоже соревновались с ним вместе. Вот мне показалось то, что Петя все-таки где-то мухлевал. Тебе так не показалось, нет? Да нет, ну у него было на все по делу, у него на одного человека было больше, поэтому. Но мы подключились, также следующие эстафеты уже бегали, ну, за замыкающими. То есть никаких претензий вообще? Никаких претензий. Хорошо. Недавно ты победил Тибао, и их не секрет, что ты хочешь подписаться в UFC. Вот насколько сейчас эти слухи, они оправданы, и как ты думаешь, когда это произойдет?
Я думаю, что ближе к Новому году, наверное, будет ясность в этом вопросе. Сейчас мы занимаемся визой. Такой, на самом деле, сложный процесс, поэтому... Есть профессиональная команда, которая работает над этим. Также команда Архангел Михаил помогает в этом вопросе. Поэтому я думаю, что мы пройдем этот момент и поедем драться, да. То есть решается чисто бюрократический момент? Наверное. А желание подписаться, то, что тебя там хотят, это уже факт, по сути? Я думаю, что это уже, ну, как правильно... В рейтинге я на хорошем месте, поэтому почему бы мной не заинтересоваться, я зрелищно дерусь и показываю бои в стойке. Как и в стойке, так и могу и побороться. Каждый, что не бой, то кровь, то нокаут, то еще что. В общем, я думаю, что я зрелищно выступаю. Сегодня с Яном вы соревновались детскими командами, да? А вот как часто вообще... В принципе, с ним тренируетесь и как часто проводите время? Ну, не только зал, я имею в виду, вообще. Да, я думаю, что мы только в зале, наверное, видимся, потому что так что у каждого семья, у каждого свои заботы. В зале, да, часто видимся, приходит тренироваться. Сейчас, тем более, он начал уже подготовку свою, как он объявил, вот, и... Начинаю потихонечку в зале появляться и тренироваться. Да, да, он на самом деле мотиватор настоящий. И, ну, хочется, ну, чтобы он в зал приходил, потому что, когда он приходит, он прям пашет просто как не в себя. И его хочется зеркалить, то есть, ну, смотреть на него. Если он делает, значит, и я могу. То есть заряжает, да? Да. А какие советы вообще говорит? Советы? Да. Да советы никакие не дает. Говорит, пацаны, пошите просто. Просто пошите. И все. Дисциплина бьет класс, поэтому мы будем дисциплинированы, будем работать, развивать свои навыки.